утра и до позднего вечера я в разъездах. И так каждый день. По работе много колешу по Минску и вижу, как год от года улучшается транспортная система города. Ремонтируют дороги, строят развязки на магистралях, обновляют транспорт и остановки, открывают маршруты в новые микрорайоны. Теперь передвигаться по городу еще комфортнее. Но что самое удобное для горожан – это метро. Сейчас строится третья линия, и все минчане в предвкушении. Благодаря новым станциям из центра города в любой район можно добираться за считанные минуты. Да еще и с ветерком.